Сначала Петров и Вашечкины пошли играть в хоккей. Петров был хоккеистом, а Вашечкин был вратарем. Петров только Детройт забил. Петров был Детройт хоккеистом, а вратарь был Детройт вратарем. Сначала хоккеист с вратарем занимались, а потом все хоккеисты пришли и начали играть, а потом Детройту забили никакого гола, только Бостону гол забили. У них были скоростные коньки и обычные клюшки. Зачем человеку каникулы? Задумался кто-нибудь. А человеку каникулы, а чтобы подохнуть? Зачем человеку каникулы? Задумался кто-нибудь. А человеку каникулы, чтобы подохнуть.